Матчи между командами города Назрани и Назрановского района в самом разгаре. Три возрастные категории, командное соревнование и одно общее желание победить. Адаму Медову 9 лет. Корейским боевым искусством он занимается уже 4-й год. За несколько лет спортсмен успел побывать на многих турнирах, откуда без призовых мест, как правило, не возвращался. Сегодня день выдался не менее волнительным. Сегодня, когда я выходил на спарринг, я волновался. Когда дрался, это сложно. А так все нормально. Как прошли соревнования? Нормально, все хорошо. А что самое сложное было? Это когда ты дерешься, и ты волнуешься, проиграешь ты или выиграешь. Квалифицированное исполнение ударов, блоков и прыжков. Сегодняшняя встреча своего рода отбор на следующие межрегиональные соревнования. Проходит она после двухнедельных сборов. Порядка 30 человек борются в трех возрастных категориях – юниоры, кадеты и юноши. В январе, в конце месяца, у нас намечается первый старт. В Нальчике будут проводить соревнования всероссийские дети Кавказа. И вот к этим соревнованиям мы готовились, плавно подошли к этим соревнованиям. Как вы оцениваете сегодня своих спортсменов? Если по 10-бальной шкале оценивать наших спортсменов, 9 баллов железно можно оценить, на 9 баллов железно. А так, как я сказал уже, на соревнованиях, там уже мы подведем итоги, насколько сильно мы подготовились. А вот Абдулмалик Муталиев признается, тхэквондо – непростой вид спорта. Здесь нужно думать и действовать, а быстрое принятие решений очень важно. Сегодня в его копилку наград добавилась еще одна медаль – золотая. Будет хорошо. Тебе че первый, я уже такая. Чем это? Сборышка нет, тахан спальник, ешь, со всей схватка, кофте, она вот команд, видео, кто кофте, это команд. Звание мастер спорта, черный пояс, золотые медали, международные соревнования. Это для них реальность, конечно, если будут также усердно тренироваться. Именно этим сейчас занимается Абубакр Хидиров и его друзья. Да, нормально, хорошо. Дергаешь, кофта будет еще нога холодная. Я дрался со своим другом, он ходит сюда, он проиграл 15-16 на 1 балл. Теперь вы перестанете дружить? Нет. В Ингушетии тхэквондо развивается не так стремительно, как другие виды спорта. Однако те, кто все же занялся этим искусством, непременно добиваются успеха. Например, как эти ребята. Кавагагиева, Хамзат Халукоев, Новости 24.